Для меня эта история, связанная с Мэджиком Джонсоном, была очень важной, потому что прошло пару лет, и со мной случилась неприятность, и у меня был обнаружен аналогичный вирус. И, в общем, вся твоя жизнь меняется. Такое количество разных вопросов возникает в голове. Но начиная от вопроса, как это у меня произошло, откуда я его получил, я, кстати, до сих пор этого не знаю. Единственная версия, которая у меня осталась, это то, что, скорее всего, меня заразили в войсках российской, тогда еще советской армии, когда шприцы были многоразовыми. Вот. Но ответ на этот вопрос я не узнаю уже никогда.